Оформление командировки сопровождается большим количеством документов и согласований. Найти решение помогает Саби. В мобильном приложении Саби сотрудник прямо из календаря запланирует командировку на необходимые даты, а командировки больших делегаций или в несколько мест теперь можно оформить одним документом. Руководитель одним нажатием утвердит и подпишет документ. Любая командировка связана с расходами. В Саби бухгалтер может поставить свой размер суточных для разных регионов, а сотрудник укажет дополнительные затраты на проезд, проживание или другие расходы, которые согласует руководитель. Бухгалтер прямо из документа командировки перечислит деньги. Командировка позади. Сразу сообщим руководителю об ее итогах, а затем отчитаемся о расходах. Саби уже создал авансовый отчет. Сотрудник сразу приложит к нему документы, билеты, чеки и так далее. И подпишет своей электронной подписью. Или прямо в пути сотрудник отправляет фото подтверждающих документов бухгалтеру, и он сам все оформит. Саби уже сверил, сколько было выдано денег и сколько потрачено. И покажет бухгалтеру, кто и сколько остался должен. Остается только выровнять баланс и начислить ЗП по среднему. Занимайтесь работой, а не согласованиями. Саби.